Итак, Светлана, что на тебе надето? Я выбираю сегодня не случайно. Во-первых, это мой любимый цвет, это оттенок мяты, это сегодня Ариана. Обратите внимание, что я сочетаю джемпер, яркий, стильный, и юбку, юбку Макси. Я очень давно искала тот джемпер, который бы был одновременно красивым, так, теплым, так, уютным и тонким. Для меня очень важно носить поверх еще жакеты, кардиганы, я очень люблю такие вещи. Но как часто встречаются джемпера именно толстой вязки? Наш джемпер тонкий, но как я тебя понимаю? Я тоже боюсь брать свитера, если они слишком толстые. Особенно, знаешь, вязкая косичка, она утолщает. Но что мы видим? Мы видим у Светланы фигуру, мы видим талию, мы видим бедра. И это все благодаря приталенному силуэту. И не только наш свитер, не только тонкий. Я так понимаю, Светлана, он еще и греет. Наша Юля выбирает оттенок горчицы. Посмотрите, как идеально он подходит к ее цвету волос. Но это не значит, что он подойдет только рыжеволосым красавицам. Неважно, какой цвет волос у вас, теплая осенняя гамма украсит каждую модницу. Оттенок шампань выбирает сегодня наша Лали и сочетает ее, кстати, с юбкой из нашего специального предложения. Обратите внимание на длину джемпера. Для меня лично это очень важно, чтобы зона поясницы была закрыта, зона живота. Это не только комфортно, это еще и тепло для вашего здоровья. Кстати, если вы сегодня, собираясь куда-либо, ищете, что же надеть на себя, смотрите, вы заказываете этот джемпер, а через несколько дней вы его уже надеваете и отправляетесь туда, куда запланировали. И у вас есть выбор. Итак, встречайте, красивый нежный персик смотрит на вас прямо сейчас с экранов телевизоров. Вот она, сочная горчица, выбор нашей Юли. Сегодня, кстати, это все осенние цвета листвы. Итак, цвет шампань, такой игристый и искристый. Продолжаем далее. Очень популярный, Светлана, вместе с джинсами, цвет джинсы, это будет смотреться лаконично. И это базовый оттенок бежевый. Посмотрите, он также будет идеально сочетаться с любой вещью в вашем гардеробе. Давайте посмотрим сейчас еще и мой цвет. Это мятный оттенок. Давайте, вот что бросилось вам в глаза, моя дорогая. Обратите внимание, прежде всего мы смотрим на оригинальную вязку. Надя, вот когда я посмотрела лично на этот джемпер, что мне бросилось в глаза? Во-первых, яркие краски, а во-вторых, оригинальная вязка. Смотри сюда, ты видишь здесь косы, ты видишь здесь вывязаны ромбы, но насколько интересно, что эффект кружева, вот словно вот я вижу, ты знаешь, да? А я прикасаюсь, да, эффект кружева, правильно, я прикасаюсь, я понимаю, что он тоненький, посмотрите, жемчужный блеск, очень удобная, комфортная толщина, которая практически не ощущается, для свитера это так важно, ведь это тот свитер, который вы действительно искали. То есть тонкий, теплый и красивый. Итак, ваш джемпер, мы ломаем стереотипы, должен быть не обязательно толстым. Он может быть самым тонким и самым теплым. Обратите внимание, мои дорогие, что в этом джемпере очень комфортно, в нем очень уютно, и при этом он тонкий, но теплый.